Долгий путь к этому матчу проделали команды. Сегодня самый важный матч турнира – это финал. Мы ведем прямой репортаж со знакового спортивного события. Мадридский Реал играет против Валенсии. Итак, сегодня первый из двух финальных кубковых матчей, и, как считают многие уважаемые аналитики, он же и последний. Разумеется, вторая игра состоится, но исход ее называют предрешенным. Ну а так, если подумать, сколько раз вот в таких финалах или просто двухматчевых встречах мы думали, что фаворит легко разделается с предполагаемым аутсайдером. А итог был с точностью да наоборот. Борьба, друзья, только начинается. Начинается прямо сейчас. Сегодня Реал Мадрид встречается с Валенсией. Добро пожаловать на премьеру сезона. Разница в классе команд, конечно, ощутима, но на старте сезона могут быть любые сюрпризы. Будем надеяться, что нас ждет увлекательный матч. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Посмотрим на состав Валенсии. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Первый матч за Суперкубок Испании открывает новый футбольный сезон, и мы ждем отличной игры от обеих команд. Первый матч, безусловно, важен, но ни в коем случае не стоит забывать о том, что трофей разыгрывается по сумме двух встреч. Месси. Месси! Мяч за пределами поля, угловой. Навешивает с углового Тони Кросс. И выносится мяч из штрафной. Тони Кросс выбит мяч из штрафной. Рамос. Отличный удар! Спасает свою команду от гола этот игрок. И мяч в воздухе после такого выноса. Мяч потерян. Отличный перехват. И подача туда, в сторону ворот. Хороший вынос мяча из штрафной. Даниэль Вас. Озил. Озил! Куртуа сыграл надежно, уберег свои ворота от гола. Впрочем, вратарь такого класса не имеет права ошибаться при таких моментах. Неймар. Месси. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Судья показывает на угол поля. Ну, решай же! Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработала. Неймар. Модрич! Нет! Прижали они соперника к воротам, и болельщики продолжают их гнать вперед. Получится ли забить после этого углового? Так, здесь штрафной. С самого начала арбитр задает планку дозволенную. Только-только матч начался, и уже один из главных героев известен. Это арбитр, который сегодня спуску никому не даст, похоже. Да, и вот этот игрок совершенно ненужно посадил себя на карточку в самом начале матча. Лионель Месси. Смещается в центральную зону. Кросс. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Озил. У Озила на фланге есть свободная зона.
Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Алекс Сандро. Неймар. Казимир. Лука Модрич. Мбаппе. Даниэль Карвахаль. Месси. Кондогбия. Кевин Гамейр. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Мбаппе. Неймар. Потеря мяча на своей половине поля всегда таит в себе опасность. Все просто. Вынос. Аут будет бросать мадридский Реал. Карвахаль. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Под натиском защитника он мяч упустил за боковую. Казимир. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Тони Кросс. Кросс! Не прошел удар, защита на месте. Есть у Валенсии на фланге свободное место, и туда пойдет атака. И у соперника теперь мяч. Потерял он мяч, но кому он достанется? Есть шанс развернуть контратаку. Лионель Месси. Удастся ли выжить максимум из этой... Месси! Забивать должен! И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Закономерный гол, без всякого сомнения. В этом матче они выше на голову и рано или поздно должны были воплотить превосходство в гол. Знаешь, если провести параллели с боксом, то я бы сказал, что они прижали соперника к канатам и обрабатывают его по полной программе. Реал вышел вперед, игра возобновляется. Габриэль. Джейсон Мурильо. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Удар! Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Модрич. Мбаппе. Месси. Неймар. Казимир. Лука Модрич. Лионель Месси. Мбаппе. Все четко вратарь делает. Удар получился не самым опасным, но и голкипер не теряет концентрацию. Уверенно и надежно он играет, что и требовалось доказать. Защита первая на мяче. Вынос. Кросс. Модрич. Неймар. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Неймар. Кросс. Модрич. Мбаппе. Лука Модрич. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность. Модрич! Мимо мяч проходит, но было опасно. Озил. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Нет, не дошел этот пас до адреса. Кевин Гамейр. Гонсало Гедеш. Есть удар! Накрывает игрок этот удар. Неймар. Кросс. Казимир. Снова точный пас в его исполнении. Мбаппе. Месси. Неймар. Месси. Казимир. И пробил он поворотом. Мбаппе.
Прошло 45 минут первого матча Суперкубка Испании, и команде удалось закрепить за собой преимущество. Первая половина матча была не самой зрелищной, но пока есть результат, а это самое главное. Команды возвращаются после перерыва, и начинается второй тайм первого матча за Суперкубок Испании. Первая половина, если честно, не оправдала наших ожиданий, но мы не унываем и надеемся, что во втором тайме команды покажут себя с лучшей стороны. Гонсало Гедеш. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Голкипер забирает мяч. Казимир. Алекс Сандро. Отличный перехват. Это Месут Озил. Выбит мяч из штрафной. Бавария сегодня потратила круглую сумму на нового игрока. Это так? Да, все так. Шумихи было много, но толку от этого никакого. Трансфер состоялся, и это главная новость. Мяч вперед идет к чужим воротам. Казимир. Кросс. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Бейл. Лука Модрич. Месси. Неймар. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланге. Навес в штрафную. Хороший вынос мяча из штрафной. Гонсало Гедеш простреливает. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Модрич. Варан. Ну, давайте начнем считать, сколько этих передач. На рекорд. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Тренер пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Лука Модрич. Алекс Сандро. Лионель Месси. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Из боковой линии мяч ведут футболисты мадридского Реала. Эта замена призвана в том числе немного потянуть время. Время сейчас работает на них. Неймар. Росс. Казимир. Хамес Родригес. Пас на Гарета Бейла. Кондогбья. Гонсало Гедеш. Алекс Гримальдо. И пас обратно. Скучновато. Франсиско Клен. Кондогбья. Франсиско Клен. Месси. Неймар. Лионель Месси. Рубен Везу. Марко Арнаутович. Хорошо увидел партнера впереди. Перекладина играет за вратаря. И покидает мяч штрафную. Отличный удар. Мяч уходит на угловой. Ну, может, со стандарта сравнять получится. Команда проигрывает. Тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет добавить перца в игру. Мяч летит. Габриэль Паулиста.
Даниэль Карвахаль. Родригес. Хамес. А вот и атака Реала. Просто невероятный перехват. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасно. Хороший пас на ход. Проходит пас Узин с мячом. Удар, мяч в Валенсии. В центр штрафной подан мяч с углового. Какой сейф в исполнении Тибо Куртуа. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Атака идет через фланг. И там Бейл в одиночестве получает мяч. Подача на дальнюю штангу. И выносится мяч из штрафной. Хамес. Забирает мяч голкипер. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Около 8 минут до конца основного времени. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Всего один гол разделяет команды, и Реал Мадрид постарается увеличить отрыв от соперника. Месси. Можно забивать тут, но не может он забить здесь. Классная у него была возможность, но не повезло ему сейчас. А мог еще один мяч отправить в сетку и окончательно оформить разгром. Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправится. К вратарю мяч прилетит, слишком сильная передача. Осталось играть 3 минуты плюс то, что добавит арбитр. Казимир. Отлично играет в пас. Прямо любо-дорого смотреть. Да, сыгранность и взаимодействие у этих ребят на высоте. Иско. Можно забивать тут. Штанга. Сейф. Но классный удар. И только каркас ворот спасает от гола. Даже обидно, что такие удары не становятся голевыми. Чуть-чуть ему не повезло. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Гонсало Гедеш. Если они хотят еще на что-то претендовать в этом матче, сейчас самое время. Кевин Гамейро. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Закончилась первая серия этого противостояния. Что скажешь, Константин? Скажу, что вся борьба еще впереди. Какая из команд получит Суперкубок Испании, пока не ясно. Будем ждать второго матча.